Приветствую вас, наш будущий член клуба. Меня зовут Ирина Ронец, и я являюсь независимым партнером первого международного элитного круизного клуба InCruises. Шикарный бизнес, шикарный отдых, шикарные возможности. Сейчас самый горячий месяц, месяц круизов, август месяц, но не только. Для того, чтобы путешествовать и роскошно отдыхать и зарабатывать деньги при этом, но также у нас есть возможность стать соучредителем круизного клуба пожизненно. Вы слышите, такого статуса, такой возможности не давала еще ни одна компания. Стать соучредителем круизного клуба InCruises и пожизненно иметь преимущества, привилегии и особый статус. Итак, давайте вас познакомлю. Что же вы можете получить, если вы сейчас на протяжении августа месяца до конца августа сделаете то, что нужно, вы получите то, что вам дает клуб. Итак, получи статус пожизненный партнер-соучредитель. Founding Partner InCruises. Что это значит для вас? Первое. Пожизненный партнер-соучредитель, титул и сертификат. Вы получите его лично от основателя клуба Майкла Хатчисона, где будет вписано ваше имя и будет печать и подпись клуба. И это особые двери будут открываться для вас в вашей жизни. Второе. Признание на конвенциях компании и в социальных медиа. Тоже ваше имя всегда будет там прописано вместе с именами руководства клуба. Третье. Первые места на всех конвенциях компании пожизненно. Вы будете сидеть в лучших местах. Четвертое. Участие в эксклюзивных лидерских тренингах во время первой годовой конвенции. Скоро она уже у нас состоится. Я сейчас вам об этом объявлю. Пятое. Ваше имя будет включено в качестве официального представителя круизного клуба Dream Cruises. Шестое. Все партнеры-соучредители будут обеспечены бесплатно каютой на двух персон на первой международной конвенции в январе 2017 года. Да, друзья, сногсшибательные возможности в нашем круизном клубе. Кроме того, что мы можем путешествовать бесплатно, быть в круизах, и мы отправляемся скоро, и уже партнеры компании сейчас находятся в круизе вместе с президентом, и нас ждут невероятные события с места. Нас ждет в этом клубе соучредительство. Вы можете быть решающим голосом в клубе и участвовать в первой конвенции на море. Вы представляете, что это такое, насколько это интересно, насколько это заманчиво. И все это вы можете получить бесплатно и быть в Америке бесплатно на круизе. У нас уже с нашей командой русскоязычной один партнер есть, Нина Власова, которая за один месяц добилась данного результата, потому что данная возможность была объявлена еще два месяца назад, но сейчас ее продлили до конца августа, и мы очень рады, потому что стараемся еще, чтобы с нашей командой русскоязычные партнеры тоже стали соучредителями, и вы тоже сможете ими быть. Когда же будет долгожданная конвенция? Она уже прописана президентом в документах клуба с 30 января по 3 февраля 2017 года. Где? Это будет 4-дневный круиз по Майами, Флорида, Мексика. Развлекательно-рабочий круиз, где будет признание партнеров, будут премии, вознаграждения, будут эксклюзивные тренинги, будет много интересного шоу и, конечно же, все то, что вы можете увидеть в любом круизе. Но насколько это будет интересно, потому что мы сможем быть командой. Вы представляете себе, причем с интернациональными партнерами с разных стран. Итак, у вас есть два пути стать частью истории круизного клуба или вообще международного круизного туризма. Первое. Получить бесплатную сьюит-каюту со всем комфортом и роскошью на двух персон. Это стать соучредителем или сеньором-маркетинговым менеджером. Это у нас второй статус по маркетингу, который тоже даст такие возможности. И второй путь – забронировать круиз, используя круизные доллары или Global Destination. То есть даже те партнеры, которые не смогут стать соучредителем, не успеют, они смогут, накапливая свои круизные доллары в нашем клубе, оплатить, забронировать и оплатить этот круиз и тоже поехать и быть вместе с нами. Итак, ваша цель – это быть на круизе конвенции и с наибольшим количеством партнеров. И вас ждет райское наслаждение и удивительные приключения. По многочисленным просьбам наших партнеров
и обращению к президенту Майклу Хатчесону квалификационный период продлен до конца августа 2016 года. Все, что вы должны сделать, это успеть подключить 10 личных партнерских членов или личных партнеров в течение августа месяца. Всего 10. Это не так сложно. Нина это сумела. Есть партнер, который 15 пригласил за один месяц. Или же 20 в течение 3 месяцев, июнь, июль, август. То есть те партнеры, которые уже успели за июнь, июль пригласить какое-то количество партнеров, и им не хватает до количества 20, они это смогут сделать в августе. Что нужно сделать, чтобы стать соучредителем? Конечно же, зайти в наш клуб на самый лучший вход. Это как партнерский член или как партнер. Партнер – это $195 один раз в год. Партнерский член – это $295 при вашем входе. Вы будете иметь и партнерский статус, и начнете получать по $200 на ваши круизы. Больше о маркетинге и о остальном вы можете посмотреть на наших видео и также прийти на наши вебинары, которые проводятся ежедневно. А те, которые уже стали партнерами, пожалуйста, успейте сделать за этот месяц по 10 личных партнеров или партнерских членов. С вами была Ирина Ронец, независимый партнер круизного клуба InCruises.